дорогие друзья, сегодня мы поговорим о сайте таком, вернее, сайте, о чате шип-чат, вот, для тех, кто хочет себе чат и не знает, что выбрать, я бы посоветовал, так как, если мне нужен, пользуюсь сам шип-чат. Ну, в принципе, я вам скину сайт данного, откуда можно скачать, будет у меня под видео, потому что, почему я вам советую с официального сайта скачать, потому что для начала вам надо будет зарегистрироваться, то самое главное забыл, но чтобы у вас не возникало каких-либо проблем потом с чатом, потому что бывает, когда качаешь каких-то там сторонних сайтов, то есть иногда он может, ну, бывает такое, может кто-то на поспорит, но у меня будет, что он может не работать, из-за каких-то проблем. То есть есть здесь вариант бюджетный в плане то, что бесплатно, есть в плане то, что ну, это в принципе платно, но платно тут роль играет только в том, что это озвучка либо какая-то анимация. Но сейчас мы поговорим позже. Ну так, в принципе, мы кратко пробежимся, что здесь такое. Ну, здесь фильтрация сообщений, то есть отключить антифлут, блокировка сообщений, кроме белого списка, то есть можно блокировать подписку и уведомления. Так, ну вот единственное, вот мы сейчас столкнулись, подписка и уведомления содержит функции доступны только премиум пользователям. То есть надо приобрести премиум. Ну, по сути, премиум здесь недорогой, то есть не стоит миллиона, там тысячи, по-моему, даже, короче, недорого все это, если так. Ну, в принципе, мне даст функции, даст хватает, а здесь бесплатно, то, что мне нужно, подключение. Это подключение сейчас мы поговорим то, что чуть позже, сейчас мы говорим о том, как его настроить. Нам для настройки нужен вот этот вот виджет игрового режима, то есть вот мы выбираем его. Вот этот вот сейчас вам видите, да, я его собьел. Это вы, если вы и смотрите и сейчас, значит, вы уже работали с ОБС и знаете, как это пользуется. Вот этот плагин вставляем, то есть в ОБС свой. То есть в CLR браузер вставляем, где в CLR браузер вставляем вот этот вот верхний виджет ваш. Так. Но если он у вас вдруг не запускается, бывает и такое, что не работает, значит, ну, проблема в том, что у вас не открыт порт. Есть и такая, да, проблема, то, что надо порт открывать порт. Для этого мы копируем вот эту ссылочку. Не ссылочка, а вот эту цифру, которая у вас будет для порта. Сейчас я покажу, как это делается. Так, и не забываем, кстати, здесь не копируется с мышкой, а просто копируем на C, по-моему, Ctrl-C, что ли, вроде как копируем, точно в том виду, да, мат, или V, или C. Копируем и переходим мы, так, сейчас мы немножко свернем, переходим мы в пуск, панель управления, так, панель управления, сейчас я вспомню. Ну, можно перейти в браузер Windows. Так, дополнительные параметры переходим. Ошибается, да, правила входящих подключений. Создать правила. Вот. Для программы ставим для порта. Нажимаем далее. Вставляем все локальные порты. Не обязательно, ну, поставьте лучше нам так сделать. Вставляем сюда ваш порт. Нажимаем далее. Разрешить подключение, нажимаем далее, все далее, и здесь напишем, допустим, чат, далее готово, и у вас он уже, видите, подключен. То есть это может быть проблема, то что сможет подключиться и не будет у вас чат работать, то есть выводить сообщение. Ладно, закрыли, в принципе, наверное, потом мы перешли, настроили, и дальше нам надо подключить, смотрите, какое дело. Мы переходим в каналы, здесь надо вам добавить, здесь мы добавляем, на чем вы может, ну, конечно, на чем вы стримите, Twitch, либо это YouTube Gaming, либо это, ну, я, по крайней мере, Twitch или YouTube Gaming больше не, ну, то есть ничего, но вы понимаете смысл того, что я хочу сказать. То есть выбираем одну из этих. Нам надо добавить канал. Переходим на свой канал. Сейчас мы перейдем по-быстрому на мой канал. Я сейчас покажу, где взять вот эту вот нам ссылочку. Так. Взять нам эту ссылочку. Берем эту ссылочку либо вот здесь. Вот видим, я определяю вот до этой вот. Вот до сюда вот мы копируем и вставляем, куда я вам показывал. Показывал, помните, да, куда вставлять? В нижний, в канал. И сохранить. У вас автоматически он должен закрепиться за этим каналом. Еще как вариант можно. Но это только при стриме. То есть при данном стриме. Сейчас мы зайдем. При данном стриме это. Вот, когда у вас стрим начинается. Когда у вас стрим начинается, мы копируем вот эту вот, можем подключиться через вот эту ссылку. Я, по крайней мере, так вот подключался. Копируем вот это равно.
Также переходим, где мы стримим, на YouTube, там на гейминге, то есть без разницы, добавляем вот этот вот ключ. Тоже можно попробовать через это, добавляем тоже сюда под канал. Так, я просто кратко, чтобы не занимать у вас много времени. Так, ну, сохраняем, то есть все, выходим. Окей, так, закроем. Так, что здесь еще есть? А есть здесь у нас... Извиняюсь. Так, есть у нас здесь еще... Есть у нас здесь еще такая функция, как внешний вид. Так, забыли мы, да. Здесь мы можем указывать... тоже очень интересная тема, то, что можно здесь выбирать... то есть... тему для вашего... ну, то есть для вашего чата, любую, какую захотите. Вот, так, да что у меня вылетает, что такое? Что такое? Сейчас мы зайдем. Еще мы можем здесь развлекательные функции. У нас есть тут. Так, есть экспериментальная возможность. Это движок голоса. Вот. Ну, хочу вам сказать, здесь мы выбираем голос. Опять же, мы столкнулись с премиум. Вот. То есть это то, что мы можем на бесплатном выбрать, вот этот Яндекс написан, это не бесплатно. Там вот Ермолов, Левитан, Джейн, так, Коля, Костя, Настя. Это мы бесплатно голоса, то есть это звучание вашего чата, когда на чат присылает, допустим, сообщение у вас на стриме появляется там, и вам голос говорит, что, допустим, вам там в чате написали. А вот то, что под премиум, это уже как бы вот такие уже более такие продвинутые, знаменитые там голоса, допустим, ну что у нас там было. До этого у нас это все было бесплатно. А сейчас это стало. Вот Максим, один вот из таких вот. Да. Сейчас это стало платно. То есть премиум. Ну, я вам скажу, если хотите даже привести премиум, то там он недорого, по-моему, стоит. Я не буду сейчас врать, сколько. Вот зайдете, посмотрите. То есть, а также можете пользоваться бесплатно. Я вот бесплатно, допустим. Вот. Ну, в принципе, я вам показал, как подключаться. Извиняюсь, конечно, так быстро. Не все так прям. Я думаю, то есть я все объяснил, как подключиться. То есть я думаю, вы поняли, как это все делалось. Но еще раз хочу сказать, что для подключения вам надо будет. Так. Сервер, то есть мы копируем вот этот. Вот этот вот еще, то есть мы копируем ее в OBS. OBS, это в браузер, целовая браузер. Вот это я пока сдал, как подключаем порт, то есть, чтобы у нас работал чат. И дальше каналы подключаем. Самое главное добавить канал, как к себе сюда добавлять канал, на каком будет стримить. То есть либо на YouTube, либо Twitch. И добавляете, я вам показывал, откуда брать. Сохраняете и то есть запускаете, и у вас все должно автоматически, то есть когда вы заходите на стрим, подключаетесь, автоматически должно подключаться. Вот, ну с вами был другой канал Autumn Games, надеюсь, вам понравилось, если вам видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, если какие-то вопросы есть, пишите в чат, ну, то есть если кто-то не понял, я подробно, то есть сделаем видео, но подробно, прям, чтобы все пошагово. Ну, я думаю, что все понятно. Ну все, до свидания, до новых встреч.